Добрый день, уважаемые зрители. Третий матч. У нас Дидо идет, наверное, не на том месте изначально. Нужно было посильнее простреливать. Просто заранее решение не принял. А вот ответ. Пинджаба, удар, и вратарь фиксирует со второго раза, но сам себе, конечно. Почувствовал соперника. Вот тогда уже... Здесь момент у Пиджаба, вышли они на оперативный простор, можно решать удары. Как легко здесь в этом моменте зарешал. Дуракаев, по-моему, Ислам. Да, 10-метрового удара. Смотрим. Ой-ой-ой, ну вратарь не взял. Ну, такое ощущение было, что не забьет, да. Защитник Дидо. И в итоге решил забросить в штрафную. Здесь скидка очень хорошая. Была удар, и вот счет становится равным. Как-то буднично. Да, очень легко Дидо забили. Да. Простой заброс, когда поддержка есть. Как бы чувствую. А здесь момент. Здорово, я хотел сказать, что он его увидит. И смыкается этот турникет. Успевает уже, задние игроки не успевают. Тяжело возвращаться. Бежит Дидо вперед, передача, удар, рывной, вратарь спасает, два сейва делает голкипер. В конце будет атаковать в левую сторону от нашей телевизионной камеры, чтобы встречать контратаку соперника. Обычно на подборе кто-то... Ой-ой-ой. Какой удар, и я только хотел сказать, по-моему, будет не подача. Надо было свалить, здесь надо было фалить. А теперь свободное пространство, атака Пинджаба, главное не сфальшивить в этих моментах удар, и как ты читаешь игру, Али? Не надо было палить. Мы видим очень мало, может быть сейчас что-нибудь получится, вновь Абдулаев обыграл одного, идет дальше, продвигает, бьет выше ворот. Хорошая атака Пинджаба, скользят, танцы на льду, передача налево. Все больше и больше вот таких контратак у Пинджаба, удар, и вратарь выручает. Но даже ничего не зарабатывает, зарабатывают 3 очка игроки Пинджаба, с чем мы их и поздравляем. 2-1 победа в этой встрече, набирают они